16 медалей, из них 10 золотых, привезли якутские спортсмены с Кубка и первенства России по легкой атлетике среди глухих и с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Саранске и Новочебоксарске в конце февраля и начале марта. Сегодня победители и призеры этих состязаний дали пресс-конференцию. Озвучили, что честь республики защитили 8 спортсменов. Все они заняли призовые места и улучшили показатели предыдущих годов. В этом году я стал четырёхкратным первенцем России. А сейчас мы будем в мае готовиться на чемпионат России уже среди взрослых. Парни тоже вроде ничего, но старались, выступили, привезли медали побольше, чтобы не огорчались, не расстраивались. Вот. Ну, сложно было, да, участвовать? Ну, так, тяжеловато, но с одной стороны легко. Ну, будем дальше идти вперед.